Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Samsung Galaxy Tab A9. А сейчас я покажу вам, как очистить кэш. Итак, для начала нам нужно отключить наше устройство. И после этого мы зажимаем кнопочку питания и увеличение громкости. После появления логотипа можем отпустить кнопочки. Попадаем в режим Recovery. И здесь нам нужно выбрать Wipe Cache Partition. Выбираем. И выбираем Yes. И после этого выбираем Reboot System Now. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.